А Кайман скинул видео в Дискорд. Да, в Дискорде можете посмотреть. Вовы. Сейчас посмотрим. Еще прочитал Нирва, там Нива написано. Короче, опасно сейчас гнать машину туда либо. Врубай музыку, а я пока. Сейчас. Живой? Ты где, блядь? Потом тишина такая, от мы это просто. Блядь, блядь! Я не слышу. Вижу! Передавай, пацанам, Нивы больше нет. Как так вышло? Оставил их, знаешь, на полчаса. Они тут. Я отошел, я их оставил на полчаса. Они уже устроили там какую-то дискотеку, блин. Все, нашел блитник, минус стамина. Опа. Меня убили. От белого коровника, вижу его. Дал ему плюху. А это чё? Белый коровник, это я, у меня сломался глушак. В белой коровнике с охеренной плюшкой. Зеленая повязка, шлем черный, с забралом. Иду влево. Заходи этот на белый коровник повязка, слева. Видать, он это, с кем-то. Зайдешь коровник слева? Я сейчас на горке от военки сверху. Палат. Понял. Где ты там прицел, блин, куда-то улетел. Бегают зомби внутри, он все еще там. Мне что-то тяжело, меня просто ваншотнул. Убежал, кажется. Нет, вяжется. Два хита. Упал, упал, все. Я иду, короче, буду заходить слева в корову. В этот, возможно, друзья есть. Закроешь тогда сразу слева двери. Ты видел, где меня убили, Кайман? Это Мосинка была. Просто меня... По мне! Я думал, ты подходишь. Уходи, не-не-не. Он с улицы. Двой? Да, зомби дерется. Убил. Хорош. Так, я к тебе подхожу с твоей стороны. Ага. Ты? Это я. Я зомби. Так, у вас все, поезд закончился пока. Открывай дверь за. Ты хер его знает. Давай, заходи. Посмотри в окна, вот туда еще, вот в ту сторону. Ближайшую к нам. Так, блин, чел. Через дорогу перешел. Я в поле. А, да, это то место. Вон там пивнушка застроена. Налево, пивнушки, тип, ёпта. Где она отсюда? На карте пивнушка, там такая кружка нарисована. Меня убрали. У них там база. Ёптыть, я не успел. Чуть-чуть не успел, короче. Живой? Да-да-да-да-да. Он дверь открыл, я стрельнул и в дверь прям попал. Когда она открылась. Там кружка, видите, синяя на карте? А я еще не говорил, там база. Ну, я знаю, мы видели ее, но... Сейчас только чел в нее вошел. Что, идем туда? Но он закрылся, мы сейчас уже ничего ему не сделаем. Гранаты? Сейчас остальные где? Придут. Плюс гранаты. Он там еще и на ключ закрывает все двери, хуй. Бедный, блин. Сейчас мы эту дверь ему вынесем. На пивнушке. А, в этой пивну? Девять. Поставьте метку. Или это далеко? Это очень далеко. Метки бери. Вы чё пришли-то сюда, дядя? Зачем? Да мы мирные, мы мирные. Покуха. А, Инкота, привет, дядя, чё ты напиваешь? Кто это, знакомый кто-то? Сейчас я в браузер включу, секунду, кто-то из приседает.
чек окна. Ай. Тебе надо было попробовать оттуда, может, АЕшку прокинуть, кстати. Значит, сразу мы выйдут, да и все, веселье окончено. Я его, возможно, ранил. Кто упал? Ты, что, что с тобой произошло? Ты, кажется, на колючку наступил. Ты живой? Я вижу, вижу, на втором. На втором, да, все еще? Быстрее бежите, быстро теряется. Завязывай, завязывай, завязывай. А у меня хп просто падает, я просто умираю. У меня... Значит, ты стоишь на колючке до сих пор. Я умер. Отлично. Да, ты еще на колючке стоял. Охрена. Ну я в сторону Зеленогорской базы бегу, а что, я на Березинскую бежать? Не, ну в принципе могу. Ань, нам направо, Ань. Так я убил его, слушай. Убил? Да, он валяется мертвый внутри. Ваншотнул все-таки за счет одного? Да. Ты убил? Прострелил, может. Если он дверь закрывал, то он... Нет, он дал шот в окно ему. А Скарп все-таки ваншотает, походу, нормально. А вы куда идете в итоге? Поэтому сразу замолчал. Я сейчас на юго-запад ухожу. Давай, может, встретим Энхоту, отдадим ему шмот и побежим все на Березину. Я подходил. Эх. Что? Вышки надо уже поджим поставить, когда можно. Вижу какого-то чувака, да. Двое, двое, двое. Так. А ну-кась. 500 метров. Дай мне винтовочку. Сколько тут пули летит 500 метров? Черт его знает, блин. С этим ДСЗ-ом. Интересно, будет мой выстрел слышно на 500 метров? Глушенный вряд ли. Да, он даже не понял, походу, что по ним кто-то стрелял. Просто бежит дальше. Кажется, они к вереснику, что ли, топают. Опять выстрел этот. Стреляет примерно. О, кто-то по нему ответ, походу. Уже слышите, да? Да. Ах, ну я пошел, посмотрю. Контакт. Убил кого-то. Хожу нахер. По-моему, этот босс глушителем обахал там что-то громкое, бля. Не уверен, что это был он. Главное, что дошел до вересника. Опс. Что-то у меня упало вроде под ногами. Нет, я еще не дошел. Я рядом тут с ним. Это звук был стрёмный. Ну ты с повязкой. Я в маскалате, я без повязки. Ты прям лево-лево взял, да, ведь?
ты ж вообще? Солнышко не добивает. Опа! По мне, блин, теперь. Стреляюсь. Они откуда прилетели? Блин, он залагал. Убил. Как я и говорил. А, восточнее вересника. Доляк ты. Позже ты мой, блин. Так, я барзометр включил, сейчас заходи. Быстрее, 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 быстрее. Идет такая, типа, рыжая посадочка в сторону Кабанина. Вот, и сразу по ней можете идти. И как раз к ним, по сути. Ну, если кто-то там еще остался, зайдете в спину. Сам чекнем. Кого? Перед нами, прям на холме сидит. Валите нахер. Убил одного еще. Хорош. Глушеный был? Может, он по мне бахал? Сейчас, подожди, чекну. Что там глушеного? СВ-98 глушеная и ксюка. Да, наверное, наверное. СВ-шка очень тихая. Не, пока никого не вижу, я просто спрашиваю. Я подхожу к асфальтированной дороге. Выше а не я вот за тебя шагал, прям уже. Блин, я же говорю про лесополосу. Пойдем прочекаем, может он ты последний был. Я проверю. Иду прям по какой-то лесополосе от дороги аккуратно. Блин, стоит, где ты здесь чувак, вроде чувак, падал? Справа стоит. Не вижу. Вот я смотрю на него. Вали его, я не вижу. А, вижу. Справа пошел обходить. Левее. Кстати, желтая повязка, по-моему, у него. Он куда ушел? На восток уходит. Восток. Прям по полю уходит на восток. Вижу, кого-то по полю сейчас бежит. Пиши там еще. Я в маскалате. Зеленый рюкзак. Я его не увидел особо. Блять, мне тоже. В поле еще или в кустах? Упал, вот он. Хорош, молодец. Забивай. Икер, тебе патрончики поменять, друзья. По кому? Кто это? Добиваем, добиваем. Это хуя кровище, блять, фонтан аж. Получается, убили четверых всего, да? Так. Тут 74-ки всякие. Мне, блин, жаранин уж надо, ёпта. Лар. Лар? Аллилуйя. Это фанфал, что ли? Да. А. Подожди. Да, да это фанфал, ёптач. Найс. Хватай его, блин. У меня места нету. Чё у него ещё есть? Винторез. Вау, 6В45? Да, новые броники, новые каски, все подвезли. Обалдеть. Дефики подвезли. Дефики? Дефики. С чего их убивать? Это, американский дефик, типа, Defender там что-то у Каймана есть. Сливаешься с рыжим лесом просто. Вообще жесть, реально классно. Тебе что-то на стол бы еще все таки этот. Фига, что за космонавт, ну? Я тебе говорю, смотри, как сейчас обскор. Да. То вот снова патч. Всё, спасибо. Теперь смотри сюда. Патч вон на сбоку. Читай, что написано. Да, это чёткое, блин, такое добавление. Да-да-да, поехал. Это то, чего не хватало в DZ, вот эти патчи, короче. Да-да-да. Там ещё с Бендером что-то я. Там тоже на русском я только не забыл что-то. Остап Бендер, что? Да, нет, ну, нет, какой Бендерс? Бендерс из Футурамы? А, я не знаю такой, я знаю Остапа Бендера. Вот это вот.
Хочешь зайди в домики, в палатки, гляну пока. Думаешь, там что-то осталось? Там мало. Там лишь... Блин, смотрю, идет вейкер, а рядом еще один вейкер. Это пугало тут стоит, бля. Опа, она из дома из какого-то. За палатками где-то. Здесь мертвый лежит человек возле колонки. Там кемпинг где-то он, чел. Он его захуярил, значит. Ну, он сейчас по нам работал, если что. Походу, да, дом на углу, балкон. Дал ему. Я в него попал, там на стене кровь. Погнали. Работаем. Справа, справа, справа. Не слева, а справа. Вот, вот, вот этот балкон, куда я целюсь. Он закрылся даже там, на отмычку. Викер, ты где? Я спереди стою, с другой стороны дома тоже вход. Тоже закрытая отмычка. У меня есть отмычка, сейчас открою. Открыл. Готов идти? Я с другой стороны дома стою. Он мертвый. Красиво. Теперь его, блядь. Увешанный просто под хламину, слушай. Гранаты, магазины, прям он запасы, что его тут покемпить-то. Будь здоров так. ПНВшка, кстати. Юнитри. М-ка у него с собой. Капец, чел жесткий. Мосинка с прицелом, ЦРК с прицелом, блин. Скотина. Сидел тут, блин. Мосинку в окно нахер. ЦРК туда же. Патроны бы, конечно, к ней. Сину тут полно. Вейкер? У нас кто-то в красном, двухэтажном, металлическом. Сначала думал... Меня целит. Сначала ага. Думал, показалось прям. Ой, отлично, как отлично дальномер работает, просто белый экран. Так, 400 метров, окей. Блядь, давай быстрее. Все, видишь, не замечу. Стамина нету, блин. Сейчас он спрятался. Я выстрелил, но не попал. 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 Там же еще. Или это он, это он, это он. Спускается, он хромает очень сильно. С правой стороны выкер, нужна помощь, быстрее. С правой стороны этого ангара заходи.
Я намного вправо ушел в поле. Ты, да, возле красного ходишь? В доме. В каком? Зелененький такой. Зелененький. Одноэтажный? Да, с белой крышей. А с красной сумкой кто у нас? А, это зомби, ёпта. Это зомби, бля. Так, зеленый дом с красной крышей. Зелёно-жёлтый, который, что ли? Да, зелёно-жёлтый. Уверен, что зелено-желтый? Да, вот-вот он, идем пол. Все без крыши. Не туда смотришь, вот он передо мной. Так это не зелено-желтый, это, блин, желтый какой-то. Просто желтый. А в смысле? Уверен, да, что в нем сидит? Да, точно. Понял. Сейчас попробуем гранатку ему туда. Ёпта, куда она отскочила, бля? Убил кого-то. А в чем он был? О, по мне работает, с города откуда-то летит. Со стороны города выкер. Туда зомби сейчас к нему бегут. Да, зомби на него загрелся. Я отхожу обратно к красному. Тут налево убежал через дорогу, по-моему. Кровь бежит, сейчас, секунду. Чё, где ты, коровников дошел? Да, серый. Вижу тебя. Ну пойдем отсюда нахер. А, у меня чел. Повез. У меня чел. Возле верстника базы. Был чел. Он чел? Кого-то выцеливал там. Покурим минутку. Вейкер, дай подходи к базе. Только дождя не хватает, чтобы как грузовик весом не сошел. В кале адреналин. У тебя нет адреналина, что ли? Дайте я скину. Где-то там. Ты сейчас за кусты зашел? Не, я вообще в поле. Но за кустами сзади чел. Целится у нас синяя сумка. С винтовкой. Убил его. Есть. Что за новости, блин? На восток. Северо-восток. Ну, от себя на северо-восток. Сейчас, походу, себе адреналин вколю. Что-то все херово у меня тоже, бля. Кто? Наши. Нави? Ну, Уба, Адоус,
там же сборная Сален. Да, да, я понял. Уго, на первом месте по киллам. Кто? По мне, значит. По мне, да, да. Это помощь. Он тоже в кустах. Убил. Блять, нихера себе. Получается, ты мимо него пробежал? Ну, я пробежал метров 100 мимо него. Ты сейчас бежишь ко мне? Да-да-да. В этот раз я, по-моему, позарезал по этому. Но он рассчитывал, что я, типа, лягу или сяду, буду лутать, наверное. А мне нахер ничего не надо с них. Еще? Не-не-не, я его добивал. Вот у этого можешь глянуть что-нибудь, Вейкер. Идем, подойдешь сюда? Да, бегу. Это такой более-менее... Это подальше, да? Да-да-да. Че, сколько идем выстрелил, да, хер? Сколько можно, блин? Считай, двоих в Березино. Одного старый собор. Одного вересник. И двоих еще в поле, блин. Тем мало? Это всего лишь у нас путь идет в лагерь такой. Дорога в лагерь. Блять, всех ты, блядь, любил. За меня окна попьешь? Дебильный. Ё-моё, вот тут понастроили. И что, на каждую эту херню залезть еще можно? Да? Да. Там как? Ты что, не видел, что ли? Да я тут не был миллион лет, наверное, у нас в лагере уже. Ты что? У нас в планах, когда все-таки соберемся, еще застроить. Так же. Гвозди хватает. У нас с дальним этом, чувак. Которым? Ну, с дальним, блядь, как он. Двое, блядь. Дальняя казарма, да. Двое. Да, там дверь закрылась, я вижу. Бегу к вам. Они дымят. Да, вышел. Убегают. В какую сторону? Я не понял. Куда. Пожарки. Пожарки. Понял, встречаю тут их. Я бегу тоже здесь же. Убегает дальше на чей центр. Блять, на восток. Через дорогу, что ли? Зеленый, кто? Ты, да? С пожаркой. Да, пожарка зеленый. Он с таким, с альпинистским зеленым рюкзаком, по-моему, да? Да, кто-то убегает туда. Кто? Одного нашел? Пожарки у меня. Внутри? Бегает дальше. Нет, снаружи, за домом. Вот таким желтеньким. Да, вот у тебя слева. Убил. Сломался глушитель. Двое минус. Если было двое, все минус. Было бы двое, я видел. Разница, конечно, между глушаком и без глушака, там буквально там, 20%. Вблизи, кажется, так. У нас карта, да, она ставится. Ну, тут так продумано, скорее всего. Мне кажется, на совмещение какое-то, ну, просто на те планки, где ставится, ты можешь поставить обычную оптику. Ёпта, меня убили, меня в упор убили. В кусту, у камня. В самая восточная часть верстника. Всё, круто, там домой. Блин, ну чё за приколы, грибы-то вы где? В болоте ищи. Под болотники? Да, под болотники. Там их целая стая. Все в порядке. Здорово. Хинду воду надо?
О, ну от воды бы не отказался. Что там, у тебя рюкзак есть? Да, рюкзак есть. Так, стой, полтора часа как купил Дейс. Да ладно. Серьезно? Серьезно, полтора часа? Да. Охренеть. Охренеть. Че? Полтора часа назад, говорит, купил Дейс. Дурак, что ли? Пошел не на то. На, держи. И уже успел. Оху. Ты сейчас с ним, потусуйся с ним, мы сейчас с Аней придем. Да не надо, он нормальный человек. Да не, зачем его? Не, убивать не будем, в смысле. А, о, это ты побежал на ют? О, да, спасибо большое. Пожарки. А вот это вы. Да, это я. Тут чел у меня стоит. Бу! Страшно? Здорово. Да, страшно. Я до сих пор не могу забыть, как я бежала, короче, чувак что-то закапывал около дома, тоже, по-моему, в электро. Я к нему подбежала, он такого драпа от меня в дом дал, я тебе серьезно говорю. Он просто, он меня не слышал, стоял ко мне спиной и что-то закапывал. Пойдем. Сейчас спортсменам дадим канистру, он тоже будет медленно бегать. Я сейчас играю за черного, поэтому... Ты что, расистка, а? А что тебе... Если я черный, я должен, значит, нести канистру твою? Осуждаем, осуждаем. Так, все, давай быстрее, Белоснежки, да. Дождь этот сраный. Да, не приятен. Во втором этаже двухэтажки никого не видно. В полукруглой казарме кто? Ясно. Внутри никого, я только снаружи. Я вот на станции. Минус. Ты за ней, да, мы? Вот стоишь. Да-да. Убил его, да? Да-да-да. Кровь размазалась по стенке. Там он бинтовался, кстати, сидел. Ага. Значит, давайте смотрим. Запад, это я? Я знаю. Ты на холме сидишь? Я в городе тоже, на крышу гаражей запрыгнул. Ай-яй-яй-яй. Я не слышу откуда. Со стороны гаражей, двухэтажки гаражей. Может быть, пожарка? Может быть. Не, вряд ли пожарка. Так, погоди, двухэтажки гаражи. Это на востоке, что ли? Нет, я говорю, либо тюрьма. Двухэтажная. Тюрьма, скорее всего, потому что он... Сюда. Понял, не сейчас попробую посмотреть. Я вообще выстрелов не слышал. Кому? Где он? Там, в двухэтажке. А, вижу, это вижу, это? Вижу. Да. Минус он. Отлично. В капюшоне я... какой-то чел. Еще один, еще один. Там же? Инк... Ты убил? Он справа, живой? Я живой, да. Справа от двухэтажки? Вижу. Справа от двухэтажки, ближе к нам. Ранил. Он убежал за нее. У них синие повязки. Убил зомбинка. Спасибо. Двухэтажка, двухэтажка. Понял. Казарма? Да. С левой ее стороны. А, снаружи. Снаружи или где? Внутри. Блин, он походу понял, где я сижу. Мэтт, если вдвоем пропушим, мы его убьем. Попал, бережу, попал, забей. Попал. Пушьте. Понял, иду. Ты зомби режешь, да? Да. Да не... Захожу первым. Тихо. Он внизу, походу. Слева? Я не понял, где. На втором все еще кто-то. Или ты на втором? Мы разменялись с ним. Он вниз уже успел. Он лежит, Инкот, смотри аккуратно. Бля, он убил тебя? Сука. Я ж попал ему, блин, с Пакмилана. А мы, походу, я на лестницу провалился. Ну, тебя вообще нет здесь. А, ты в другой комнате, ты в тюрьме оказался.
Все, ничего. Его смотри, мёртв он. Он, да, я же говорю, я в него засадил. Сейчас я зомби отстрелю и подойду энкот. Я думаю, мне показалось, что что-то туда промелькнуло. То есть он снизу был изначально, да? Да. Ну, ребята, кстати, нормальные тут. Да, неплохие. Там тоже хеклер магазина у того. Хеклер загрейженный весь. Жалко, мы это потеряли, конечно. Блин, я думал, я его прям ваншотнул. Потому что те двое, конечно, там, скорее всего, хедшоты были. Этому куда-то в шею попал. Что у него по хпшке нормально было, потому что я ему прям нормально вжал. Хер знает, там кровь на стену брызнула. Я по ней ориентировался. Не, мы играли Don't Starve. Сколько мы играли? Шестером, по-моему. Да. Это было шикарно. Много, как бы, а, вон это снайперская херня, инкод. Да, на да, два да. часа от нас. Поле. Я пока на базу смотрю. Меня не прибейте, я чётко с юга. Хорошо. Так, а у этих тут на базе где вообще основное строительство? Вы не в курсе, да? В котором из ангаров? Левый, по-моему, цинк. Вроде как в цинке, у них по сути застроен только цинк и перед ним. Больше вроде у них. Опа. Погому. Опа. Я не слышал. Вообще не слышал. Это база, по-моему, сейчас. Как база. Раз. Да. Базе. В смысле, у них. В лесу. Инко, ты в лесу да, в этом же? За базой мы. Да, вот я. Все, ага. В смысле, были какие-то выстрелы или что? Да, прям на базе сейчас выстрелы. Вот здесь у нас. На самой военной. Да, почему? Да, у меня не было нихера. Шикарно. Самой я тогда буду в лесу, из которого вы убежали. Хорошо. Я ближе к палаткам подхожу. А я левые леса чекаю. А, теперь Ой. Слышу. Мой, двое, одного убил. Вижу. По мне. Они прямо у этой вышки двое. А, да. Одного убил. Двой? Я живой, второго, по-моему, я убил. Нет, он жив. Где он? Где он? В ваш лес забежал от вышки, идет налево в ваш лес. Вот энкоту, как мы с тобой на нее смотрели, он слева от нее. А еще внутри, кажется, есть. Я тяжело ранен. Он прям за вышкой. Я у вышки. А ты по мне сейчас стрелял? Да. А ты по мне? Он уходит дальше в лес, ребят. Это я за тебя. Бля, ну он уходит в лес от вас в противоположную сторону. Левей, правей. Догоняй. Я не вижу, где он. Максимум тут мог провалиться. Вот он валяется, ёпта, я же тебе говорю, надо прощупать его на тап через забор. А, я дальше туда прошел. Сорян, я думал прям на углу. Не знаю, куда я попал, у него все целое, я его убил. Он, походу, уже бан зарядил. Ну, по магнум. Да, я ему шлем сломал, ваншот сразу. Почти расцвело, кстати. Хотя, осторожно, здесь западнее этой базы лесочек, и там трупы лежат, горы трупов. Они зараженные, куда? Ага. Надо подождать минутку, наверное, чтобы прицелы переместить на нормальные с ПНВшных. Нормально файтиться. Так, я проверю киллог. Вдруг я убил того тоже случайно. Да не, вряд ли. Ты его убил. Серьезно? А вот он лежит. Два килла, хотите сказать? Печенек, вот он, да, лежит. Чё ты? Я его нашел. Сорян. Программа хорошо работает. Сука. Хорошо лежит курямчик. Печенек, да? Не в том лесу, да, печенек. Да я просто я вообще не понял, куда он убежал я. Так, ну я пойду трофей поставлю на полочку. Угу, на полочку. Там уже места нет в полочке. Кстати, да, куда печенек засунуть? Блин, ну тут вообще вот все забито, конечно. Калаши, всякая херня. Еще данные, кстати, патроны нужны?
хватает, не, мне хватает пока. Бар-то вон тут целая это стоит, витрина. Ко мне на первой миссии, на другой. Мы с Эханодом спрыгнули с вертолета и захватили триган. Там было два триггера, один. Я лежал без сознания минут пять. Штаны сломались, Айдар. Вот только что сломались. Айдар! 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 А сейчас скажи! Все в порядке, успокойся, вот здесь вот нельзя. Тебя все еще коцает, Айдар, все еще коцает. Вот. А он умрет сейчас. Ведь я тебя тащить не могу. Айдар, ты это весь ранишься, нет. Кали ему какую-нибудь херню. Он просто весь сразу стал раненый. Я взял адреналин. Живешь? Живешь или нет? Живу. Отходи, свободу, быстро, отходи, быстро, отходи. Быстро, в сторонку. Ползи, 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 ползи. Тащи его. Я даже не могу ему вколоть почему-то. Я ему морфин тиранул, адреналин тиранул. Он умер. А, я себе вколол. Сейчас ты где, я прошел? Вот здесь вот нельзя, вот с этой стороны можно проходить. Ай да. Блядь, да где я сюда там ходил? Ой, боже. Вот рюкзак, штаны. Так я прям вижу, он такой стоит, знаешь, он такой стоит, и такие штаны стали серыми. Да-да-да-да. Айдар, уходи оттуда. Стала куртка серая. Все, что на тебе живо, это варбелт, шлем, почти уничтоженная куртка, очки и повязка. Все остальное просто уничтожено.